Привет, ребята, мы продолжаем играть такого чилдобряка. Ух ты, что тут появилось? Шипы какие-то новые, да? Сейчас посмотрим. Монетки заберем. Так, 1300 монет. Да, шипы, на них, короче, нельзя садиться на эти шипы. Прыгать. О, защита, суперзащита! Теперь меня на все пофигу. И на эту муху. Какая-то муха бешеная. Так, спрыгаем. Ух ты, платформы. Давай быстрее, платформа, времени нету. Во, бомбочки, спасибо. Офигеть, что это за мухи такие появились новые. Ага, новые персонажики. Привет, у меня для тебя подарок. А, у меня для тебя тоже есть подарок. Сейчас, подожди, бомбочку сброшу. Не тебя. А, получится ли у меня здесь собирать монетки? Не знаю, не будем рисковать. Мне монетки постольку поскольку. Мне главное еще лучше бомбочки вот эти собирать. Вот так, отлично. На тебе, чилдобрек, умирай. О, вот она, муха злая. Ну, сейчас попробую в нее бросить бомбочку. Да где ты? Где ты там летаешь? О. Тебе монетки ничего не дают? Не стукают? Так, муха нехорошая. Это уже что-то прям мне не нравится. Так, это мы улитку сбиваем. Благо бомбочек у нас много. На тебе, улитка вонючка. Так, этого ежика сейчас мы собьем тоже. Опа, готов. Монетки соберем. Мы, кстати, на эти монетки можем покупать, так сказать. А, чем покупать? Можем бомбочки покупать. Можем... Ай-яй-яй-яй-яй, на тебе, умри, вонючий цветок. Ты тоже. Ну, не надо мне так сильно прям тратить на вот эти вот персонажиков вот таких вот слабеньких. Все, приехали мы. Оп. Новый замок. Либо это дом у него, и он постоянно приходит домой после прогулок. Угу. Либо просто она просто новые какие-то замки открывает. Он, видимо, какую-то принцессу хочет спасти. Ну, а типа Марио уже игрушка. Во. А я сейчас попробую на эту муху запрыгнуть. Оп. Отлично. Главное, что мы вовремя спрыгнули с этой мухи. Да, красные мухи. Кто вообще придумал этих красных мух? Вредных. Так, звездочек, ой, этих монеток вроде много, но мне главное не упасть в пропасть. Так, сейчас какая-нибудь фигня отсюда вылезет, нет? Ну, вроде не вылезла. А вот здесь вылазит. Так, оп, смотри, куда муха долетает. Далеко долетает, а? Так, мы тебя отравили, убили. Цветочек. Вот, ну, типа цветочка такого кота. А, все. Погиб. Ой-ой-ой, нет, все. Запустили мы эту сумасшедшую штуку. А, она дуплилась, она дупляется еще. Офигеть, я не знал. Я думал, она вечно так будет бегать. О, муха опять, смотри. Куда она? Она прям вот далеко, она долетает. Мы сейчас попробуем здесь поверху пойти. Пройти. И когда она подлетит, мы на нее прыгнем. Оп, все. Муха сдохла. Отлично. Так, вот еще. А, тут тоже много монеток. Ну, давай сейчас соберем монеток, сколько можем тут. 1600 монет у нас. А, время тут еще кончается. Я что-то не подумал, что может кончиться время. Давай эту улитку скинем. Эту сейчас тоже. Да что я не могу запрыгнуть-то? А запрыгнуть-то я не могу. Ладно. Все, вышли на уровень. Так, прыгаем. 2000. И заходим в домик. Награду получаем. 50 монет? Капец, мало. Рекорд, результат, уровень пройден. А, одну звезду только мне дали за прохождение. Видимо, надо больше собирать звездочек. Интересно, да? Больше звездочек собирать.
А хорошо. Давайте вот этих шахтеров поубиваем. А сверху тут будет что-нибудь лежать, интересно. Бомбочки, вот спасибо. Так, давай мы сразу это прихлопнем. Оп, готов. Готов, челдебрек, и еще один, да. Опа. Да ё-моё. Давай это, цветочек этот уничтожим. Все. Так, а вниз не предлагает мне спуститься. Давай достанем вот монетку. Тут у нас что? Тоже монет. А, тут много монет. А, не сильно и много. А что ты будешь делать? Алло. Я уже думал, что я отсюда не выйду. Так, сбиваем этого чела. Так, прыгаем сюда. Ох, нифига, она прям уходит вниз-вниз, чтоб типа ты погиб. Как все сложно. Так, эта платформа нормальная, она сильно вниз не уходит. Вроде бы. Ох, боюсь я эти платформы, они очень такие опасные. Все, боишься упасть куда-нибудь в пропасть. Так, все, я бросаю бомбочку тебе. Это так, кто тоже сейчас он появится. На тебе. Этих тоже убиваем, гадов. Не, на вас уходит много бомбочек, слушай. Так, а здесь предлагает там вниз спуститься. Хорошо, спускаемся вниз. А, вот мы и пришли домой. Вот наш замок. Мы на него, мы заходим домой, к себе. И получаем награду. А награда у нас 50 монет. 50 монет, ну то тоже неплохо, тоже хорошо пойдет, в принципе, вперед. А, 12 уровень, ребята, нифига себе, мы очень далеко даже зашли с вами. Прошли. Много уровней. О, бомбочки, thank you very much. Так, платформа. А, я так и подумал, что она будет падать вниз. Это не успела упасть. Как это филигранно очень. Прыгнул на нее, и она не упала. Может, здесь что-нибудь интересное есть? Ага, а, нифига себе, сколько монет. Так, давай этого челдебрека лучше убьем. Давай, иди сюда, глазастик. Слушай, где... А, вот. Платформа. Ой-о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 й
Муха летает красная. Вредная. А что у нас тут наверх, если нам забраться? Что-нибудь будет интересно? Так, тут... А, бомбочки, нифига себе. Круто, круто, круто. Это очень круто. Тут будут бомбочки? Нет, бомбочек нету. А, шипы пошли. Ох-ох-ох-ох-ох. 200 метров. А-а-а, прикинь, я чуть не упал. На шипы. Все, платформа, едем, 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 собираем монетки. Перепрыгиваем на следующую платформу. А, тут еще много монет было. Вон. Так, а вот и следующая платформа. Берем, собираем монетки. Ну, я тебе не буду уже монетки собирать. Ладно, доедем уже. А, вот она платформочка. Оп. Все, вовремя мы перепрыгнули сюда. Прыгаем дальше. Так, ага. Улитка с открытой пастью. Вредная. Она нас может убить, эта улитка. Поэтому мы до нее не будем идти. Нет. Все, и прыгаем на 6. Давайте этот самый, я попробую разогнаться. Опля, 2000. Вот всегда 2000 дают. Я думаю, ну, если я высоко подпрыгну, может дадут уже там 3000. Нет, 2000 и все. Так, 150 монет. Спасибо. Дальше посмотрим. 13 уровень, ребята. 13 уровень, да, попробуем 13 уровень пройти побыстрее. Так, а как же мне... Подожди, а, вот как все. Забрали бомбочки. Прыгаем, прыгаем. А-а-а, зачем я туда бросил бомбу? Сколько получится собрать, только соберем. Ах ты, ё-моё, платформа вонючая, куда ты уехала? Мне сейчас муха прилетит сюда до меня.
Давай, давай, давай. О-о-о, все, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Нужно здесь следить, смотреть, как платформы двигаются. Мне нужно догнать вот эту платформу. Ах, я не догнал платформу. Теперь назад. О, прыгаем, прыгаем. Ах, нифига, совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Мне оставалось. Ох ты, нифига, ты куда поехала? Платформочка. Давайте попробуем разогнаться и прыгнем. Такс. Этого чердобряка мы убиваем. Что у нас здесь? Бомбочки, бомбочки. Как же мне до этих бомбочек добраться? Есть. Нифига, как я прыгнул. Круто. Ах, смотри, а тут уже муха летает. Ах ты, бомбочку кинул просто так. Ни о чем. Даже не убил муху. На! Блин, дофига что-то я бомбочек потратил на нее. Все. Где у нас здесь уже? Ребята, где у нас уже финиш-то? А, скоро вижу я финиш начну. А может нет, а может да, а может и да. Вот финиш. Прыгаем на шест. 2000 зарабатываем. И заходим в домик. И тут мы получаем награду 50 монет. Спасибо! Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч!